Привет, мои дорогие, ну что, вступила в свои владения и ушла клубничная луна, которая принесла красоту, женственность и именно любовь. Давайте посмотрим, что нам скажут по поводу любви или по поводу еще чего-то того, что важно сейчас на такой колоде сегодня. Какая-то здесь женская энергия, хотя очень ярко светит солнышко. Вот, то есть прям объединились луна и солнце, мужская и женская энергия. Необходимо ждать, вы раньше ощущали, да. А вам хотелось больше воли, вам не хотелось, знаете, в своем потоке жизни встречать на пути какие-то камни. Вам хотелось двигаться уверенно, легко, с удовольствием, тут очень получая наслаждение от процесса своего движения. Вы чем-то питались, может быть, питали кого-то вот собой как ресурсом. Какая-то у вас была догма, уверенность в чем-то, и вы следовали ей. Какое-то вы для себя определенное решение приняли однажды и следовали этому, как будто подпитывали это решение, эту свою мечту, да, это что-то. Своей энергии, как будто бы должно воплотиться в какой-то материальной оболочке. И вы прям этому так следовали, не то чтобы прям самоотверженно, может, в моментах легко, но как-то прям так здесь уверенно вкладываясь туда. Если у вас был выбор, например, радость и что-то, мое какое-то дело, что-то для меня важное, что получило свои ростки, плоды, то вы здесь выбирали вот не свою радость, не свои прогулки там под солнцем, под луной еще где-то, вы здесь выбирали вот результат в том, что важно. Ну, может быть, делали на благо своей семьи, может быть, связки с какими-то людьми. Ну, где-то зубы стискивали, где-то вы не выпускали своего дракона наружу, где-то вы, наоборот, его показывали для достижения успеха. Вы как-то, знаете, сами себя возбуждали, мотивировали тем, что у вас может быть дальше. И что у вас может быть дальше? Изобилие. Зайчик. Около этого куста с какими-то красными прекрасными ягодками, может быть, это брусника, черешня, еще что-то. Как будто неиссякаемый источник. Как будто бы зайчик может съесть ягодки, но все равно будут еще. А вы вышли в это изобилие, смотрите. А вы буквально могли получить что-то, у кого-то прям подарок, у кого-то еще что-то, что подтвердило ваше изобилие, процветание. И я бы здесь сказала, не даровала, а именно подтвердила то изобилие, то вот состояние ресурсности, которое у вас уже было. Но вы ощущали долгое время препятствия на этом пути, потому что вам нужно было какое-то странствие, приключение, пройти, может быть, какую-то школу жизни, может быть, буквально куда-то съездить, что-то посмотреть, какие для себя выводы сделать, там, в чем-то поучаствовать, может быть, даже своими руками что-то построить. Да, и тогда проигрывалось какое-то раздробление. Пока вы чему-то обучались, пока вы странствовали, пока вы были где-то, а при этом вы не могли быть то ли со своими домашними, да, то ли с какими-то людьми для вас важными. Может быть, вы здесь собирали по кусочкам воедино свое какое-то внутреннее наполнение, то есть у вас было несколько пазлов, и вы понимали, что это все ваши пазлы, что они имеют непосредственное отношение к вам, к вашей душе, но как будто вы здесь все собирали вместе, потому что это было разрознено, потому что нужно было собрать, это было не так просто, не так быстро. Но вы нашли этих единомышленников, может быть, это те единомышленники, которых вы покидали на какое-то время, может быть, как раз-таки те люди, которых вы обрели в своем пути, когда вы развивались, и они развивались так же, как и вы.
Здесь не обязательно, чтобы все развивались одинаково, в каком-то одинаковом направлении. Просто про то, что люди не были согласны на застой, на зону комфорта, на какие-то стабильные условия в жизни, при этом ничего не меняется. Нет. Здесь каждому человеку, каждой личности было важно развиваться. И вот, наконец, какое-то соединение, обретение друг друга. Может быть, там финишные какие-то пазлы в этой картинке вашей души, они сходятся вместе. Ну, вам какие-то, знаете, могут сейчас люди приблизиться, прикидывающиеся единомышленником, на самом деле таковыми не являющиеся. Может быть, это люди, которые у вас так в жизни уже проигрывались. Не то чтобы они плохие, да, но у вас как будто разный путь. Здесь сейчас очень важно отличить, кто есть кто. Повторная опасность. Скорее всего, у вас ситуация это уже в какой-то мере в вашей жизни была. Здесь важно не запутаться, да? Кто на самом деле имеет отношение к вот этим вот энергиям изобилия, парности, союза, партнерства. Какого бы рода ни было это партнерство, да, но как будто бы здесь люди в единых, светлых, прекрасных энергиях. Не запутайтесь, пожалуйста. Если с кем-то раздробление, потому что энергии разные, значит, это логично, очевидно и правильно. Если здесь просто какое-то странствие должно было быть поодиночке, чтобы потом соединиться, это другая тема. Тогда странствие должно было быть обоюдным у каждого человека для его развития личного. Но вот здесь не запутайтесь, да, не примите вот какого-то первого зашедшего в вашу жизнь человека или даже второго, не приближайте раньше времени к себе, не воспринимайте какого-то там человека или людей как единомышленников, пока вы точно в этом не убедитесь. Пожалуйста, будьте внимательны здесь, это очень важно сейчас, чтобы не было истощения ресурса. Вы только его создали, накопили, напитали что-то, какое-то дело, может быть, себя этим ресурсом. Вы воспитывали великим себя долгое время, ну как бы вас Вселенная воспитывала, но вы и сами себя здесь воспитывали. Может быть, в какой-то аскезе пребывали, да? Может, какое-то у вас здесь было одиночество не именно социальное, а то одиночество, которое вы сами для себя выбрали в той или иной степени, в тот или иной период своей жизни для чего-то. И как будто здесь, если вы выходите из этого одиночества, из этой аскезы, из чего-то, для того, чтобы зачем-то куда-то дальше, то должно быть для еще большего развития, а не для того, чтобы вот просто выйти. Все-таки здесь выход именно в изобилии, не забывайте об этом. Изобильный союз, изобильное партнерство, такие же изобильные люди вокруг, как и вы сами. Ну, кто-то очень хочет с вами воссоединиться, но для вас это упадок в делах. И это ваша внутренняя правда. Если вам сейчас мои слова не откликаются, значит, не ваша история, значит, не откликаются. Если вы понимаете, о чем речь, значит, это ваше. Вы уже обладаете великим, оно в вас. И как будто бы уже есть три человека, между которыми какое-то родство, наполненность, какое-то совместное движение, какое-то партнерство такое хорошее, светлое, правильное. Но куда-то вы все-таки двигаетесь с потоком. Не очень жестко, не проломляя пространство, но куда-то вы однозначно двигаетесь с какими-то людьми. Может быть, к новому дому. Может быть, к новому пониманию дома, к новому пониманию семьи. Кто-то созерцает, может быть, вы созерцаете сейчас что-либо, может быть, кто-то за вами наблюдает, вас созерцает. Творчество. Сейчас все люди проявляют творчество. Такие вот летние энергии, тем более.
такие солнечные, равноденствия, полнолуние, сильные энергетики, они очень творческие. Конечно, каждый по-разному это проявляет, да, но здесь. Но к вам проникает солнечная энергия, именно так это должна проникнуть. Что-то, что все вокруг, да около, рядом, но не то, значит, это не то, что должно проникать и приходить в вашу жизнь. А вот проникает именно то, что нужно. Единомышленники. Вот держитесь этого выбранного курса. Это ваш путь, это ваш курс. Может быть, курс молодого бойца. Не знаю, что это у вас. С теми людьми, которые с вами борются в той или иной степени, хотят, чтобы ваш свет померк, погас, стал не таким ярким, расходитесь в разные стороны. Не вступайте с ними вообще ни в какое взаимодействие. Просто сосредоточьтесь на своих целях, на своей карте, на то, что сейчас вам важно. А те, кто хочет погасить у вас свет, они сами давно уже находятся в темноте. Все-таки смена у вас какая-то проигрывается. Смена состояния, смена места, смена окружения. В вашем поле сейчас очень много классных, достойных людей, которые, правда, ваши единомышленники, с которыми вы можете друг друга понять. Вот, пожалуйста, цените это и приумножайте. Не возвращайте в вашу жизнь то, что не нужно возвращать. Если все-таки что-то возвращается, значит, здесь какая-то энергия, где не только вы кормите грудью, не только вы питаете какого-то человека своей энергией, но и вас тоже питают какой-то благостной энергией. Ну вот трудностями здесь сквозит как-то путь. Может быть, даже здесь уже не ваш путь, а чей-то путь к вам, чей-то путь в вашу жизнь. И здесь как бы малейшая хитрость, и сразу отрезается эта возможность взаимодействия единомышленников. Здесь действительно должны быть единомышленники. Вы должны действительно мыслить как-то вот одинаково, с одинаковой позиции. Тогда да, эти люди могут находиться в вашем поле, как-то с вами взаимодействовать. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Как бы все мы начинаем с уровня ученика. Но если вы уже не в позиции ученика в этой жизни, то не нужно здесь равнять себя под учеников. Нужно радоваться. Радоваться единомышленникам, движению и проникновению самых лучших, самых светлых, классных, теплых, солнечных энергий в жизни. Пожалуйста, возьмите, распишитесь. Ваши единомышленники. Принимайте, благодарите и кайфуйте.